«Хатынь навсегда в моем сердце». Так назвали литературно-музыкальную композицию педагоги и воспитанники детской музыкальной школы искусств номер 2 города Бреста. Два месяца подготовки, репетиций и прогонов оттачивали каждый номер, чтобы погрузить зрителей в трагическую атмосферу и вспомнить, как это было. В процессе подготовки мы обратили внимание, что дети очень пристально, очень собрано, когда мы проводили генеральную репетицию, отнеслись ко всем своим музыкальным номерам, потому что, конечно, произведения выбраны соответствующие, то есть более лирического плана. Поэтому очень внимательно, конечно, и собрано они подходили к этому реализации своих задумок на сцене. В концерте «Реквиеме» приняли участие порядка 70 воспитанников музыкальной школы. Большая половина из них – дипломанты и лауреаты республиканских и международных конкурсов. Музыка для ребят – часть жизни. Свои чувства и эмоции, свое видение хатынской трагедии они передают зрителям через тончайшие нюансы музыкального произведения. Я старался как можно больше со своей музыки рассказать, то, что вот как там жили люди в этой хатыне, потом там, где очень сильно давил на музыку, там, где были все это немцы, пришли, сожгли все такое. Но, в общем, как говорится, музыкой можно передать все, что происходило до того или что будет в будущем. Там учительница говорила, что эта песня – это как молитва. И я думала, наверное, про эту песню как о молитве. И пела ее как молитву. Думала про хатынь и молилась за тех, там остался. Главная цель всех мероприятий, посвященных 75-летию трагедии в Хатыни, напомнить современникам об ужасах нацизма и призвать к сохранению мира на земле. Потому что, когда звучит музыка, пушки молчат. Ринальшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.